Приборная панель Ford Focus 2. Вот он. Такая вот панель. Такого плана. Уже ее разобрали. Задача склонировать полностью панель. Эта панель приборов пришла в негодность. Вот так вот ее паяли жестоко. Начитавшись как надо. Что пропаять надо, они прочитали, но как пропаять, это уже остается загадкой. Это все было сделано кислотой, то есть все съело, все дорожки съедены. За ремонт я не взялся, сразу говорю, пускай везут другую. И просто будем мы ее клонировать, переливать и флеш, и EEPROM. С помощью программатора Xprog M. Никогда не используйте кислоту и высокоактивированные флюсы. Для пайки используйте только высококачественный и мягкий припой. Чтобы подключиться к Xprog'ам, нужно подключиться вот к этому BDM разъемчику. Сейчас мы его немножечко нанесем припой. Используются только 4 точки подключения. БКГД минус Reset и плюс. Почему именно на эти контакты я нанес припой? Потому что здесь есть распиновка разъема BDM. Вот она у нас. Это распиновочка. Значит, точечка обозначает ножку БКГД программатора. Дальше вниз идет минус, средненькая внизу reset и плюс. Именно так мы и будем подключать наш Xprog. Итак, припаиваем первую ножку у нас BKGD. Дальше идет минус. Reset. И плюс. Достаем Xprog M, открываем его. Это старый оригинальный прибор от Дариуса. Был куплен еще в 2010 году. Так, теперь нам нужно выбрать процессор. Давайте посмотрим, какой у нас процессор. H256-1K78X у нас маска. Выбираем МКУ. Процессор у нас 912. И выбираем EEPROM. Универсальный алгоритм. То есть, почему этот алгоритм мы выбрали? Потому что вот, пожалуйста, указано, что он будет читать вот эти микросхемы. Вот в частности наша маска есть здесь 1K78X. То есть это универсальный алгоритм чтения EEPROM. Не надо конкретно выбирать здесь TLC микросхему, просто выбрали EEPROM, нажали ОК. И теперь его читаем. Подсоединяем процессор к нашему Xprog. И нажимаем кнопку «Прочитать». Чтение завершено. EEPROM прочитан.
Вот, пожалуйста. И мы его сохраним на рабочий стол. Подпишем старый, old. Теперь нам нужно прочитать флеш. Что мы делаем? Также берем универсальный алгоритм, открываем только флеш и читаем флеш. Все, сейчас идет чтение флеш. Все, флеш у нас прочитано. Без значения. Теперь мы ее сохраняем тоже на рабочий стол. Теперь уже пишем, что это флеш. Тоже со старой панели. И сохраняем. Теперь нам остается только взять другую панель приборов и залить в нее то, что мы сосчитали со старой. Вот принесли панель с разбора. С Европы не нашли, значит, нашли американца с милями. Циферблат мы переставим. Теперь нам нужно перелить данные той приборки вот в эту. Номер приборки 4М5Т. А дальше нас уже не волнует. То есть мы и флеш, и EEPROM поменяем. Итак, новую панель мы разобрали. Вот циферблат с милями у нас. Так, состояние панели вроде, ну скажем, на четверочку точно. Но в любом случае пропаяли контакты. На всякий случай, чтобы потом не повторялось это все. И сейчас ее прочитаем через наш разъемчик BDM. И запишем с европейки сюда дамп. То есть и флеш, и EEPROM. Итак, разъем BDM подключен. Текстпробу. ПКГД минус, Reset плюс. Открываем наш Xprog. Здесь уже у нас выбрана Motorola Flash. Подключаем в разъем. Читаем с нового блока Flash. Так, флеш у нас прочитано. Смотрим данные. Есть все. Сохраняем. Читаем EEPROM с этой панели. Все, EEPROM успешно прочитан. Снова открываем нашу флеш. И нам нужно открыть флеш из папки Ford Old. И записываем ее в эту панель. И теперь открываем EEPROM. В папке Old. И уже записываем наш EEPROM с европейской панели в американскую. Все, EEPROM записался, верификация прошла. Собираем панель и отдаем. Итак, мы вместо американского циферблата вставляем вот такой европейский. Раз. И два. Все, и теперь ставим стрелки, панель у нас готова.
То есть мы поставили европейский циферблат вместо американского и залили туда флеш EEPROM от Европы. Все, работа выполнена.